Представители управления строительства и ЖКХ НАУ посетили Тиманский сельсовет, где проинспектировали ряд объектов капитального строительства. Первым из них стала трехэтажная школа на 150 мест, объект жизненно необходимый в поселке Индиго. С тех пор, как снесли старую школу, ребята занимаются в зданиях интерната, сельского совета и в Доме культуры. Напомним, в апреле текущего года глава региона Игорь Кошин поручил возобновить строительство общеобразовательной школы в поселке. Еще одной важной проблемой в Индиге является чистая вода. На территории Ненецкого округа с 2010 года действует долгосрочная целевая программа обеспечения населения НАО чистой питьевой водой. Ее разработчик – управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа. Цель программы – обеспечить население региона чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд, улучшить экологическую обстановку путем реконструкции существующих и создания новых очистных сооружений. На сегодняшний день в поселке Индиго уже смонтировано блочно-модульные установки по очистке воды. В ближайшее время в поселении ожидают приезд специалиста, который устранит выявленные замечания, после чего планируется запуск установки.